Здравствуйте, дорогие подписчики канала «Человек Лев» и блога Олега Зубкова. Я сегодня приехал в Ялту домой. И каково было мое удивление, когда у входа в дом поселились пеликаны. Посмотрите, какая невиданная наглость. Если я работаю в парке Тайган и долго не приезжаю в мой дом, то природа не терпит пустоты. И как видите, вход приличное мое жилое помещение занят пеликанами. Я не удивлюсь, если они там собьют гнездо, снесут яйца и сделают свой выводок, своих птеродактилей, так сказать, выведут. Я долгие годы строил свой дом, чтобы он был красивый, хороший, но природа все поглощает назад. И вот как идти в дом, когда вот такие огромные птицы оккупировали практически вход? Пойдемте попробуем пробиться. Я гордился, что вход в мой дом охраняют 3-тонные мраморные львы. Вот такие небольшие, величественные. Вот сюда вот посмотрите, подойдите. Эти львы охраняют вход в фамильный дом. Ну вот сегодня появились новые охранники в лице наших наглых ялтинских пеликанов, которые сейчас, в преддверии лета, думают, где же им устроить свое гнездо. А каждый год, как известно, они меняют место расположения своего гнезда, чтобы высиживать малышей. И вот я боюсь, что крыльцо входа в дом пеликанам, похоже, очень понравилось, и они там облюбовали место. Ну, пойдемте, подойдем поближе. Да, здравствуйте, конечно. Здравствуйте. Ну, может быть, это, конечно, и красиво. Да, но совсем, во-первых, как-то с санитарной точки зрения не совсем гигиенично. Хотя, ну, дом директора зоопарка. Чего можно ожидать, да? Вы что пришли сюда, а? Что пришли? А, вороны, вороны розовые. Я здесь живу, я здесь прописан. А? Ну, наглый, а? Да. Ай, хороший. Вау. Вау. Пойдем туда. Летите, птицы, летите, а? Нет. Похоже, я здесь уже не живу. Да, конечно, конечно. Конечно. Нет, еще возмущаются, посмотрите, а? У меня паспорт есть с пропиской. Домой пустите. Не признают. О, да, конечно, да, конечно, да. Мне что, со львами приходить? В МЧС звонить будем. Да, да, да. Нет, ну посмотрите, во что превратили вход в личное помещение, а? Еще и каркают, а? Вороны розовые, а? Ам, ам. Вот такие сюжеты из ялтинского зоопарка. Думаю, что они больше веселые, друзья, чем грустные. Посмотрите, ялтинский зоопарк «Сказка», прекрасные горы. Вот, закрытый зоопарк, цветет магнолия. Вот куст магнолии Суланжа. Ну, я думаю, что из репортажей Татьяны Алексакиной вы увидите новости из зоопарка «Сказка», где родились, впервые в истории зоопарка родились маленькие капибары. Жители далекой Южной Америки, где мадагаскарские лемуры дали очередное потомство. Два прекрасных коняшки. Да ну хватит, ну я интервью даю. Ну, хотите давать интервью, пожалуйста? Да, конечно, конечно. А, ой, 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 ой. Вообще пеликаны у нас очень добрые и хорошие. Ну вот, вы помните, как они встречают всех у входа в зоопарк ялтинский и выманивают рыбку. Но поскольку сейчас карантин, зоопарк закрыт, посетителей в зоопарке нет, то они решили освоить, так сказать, вход в мой дом. Да? Ой, ой. Друг друга, друг друга, друг друга. Ну вот такие птицы у нас здесь. Да кошмар! Ой! Да! Я все-таки пойду в свой дом! Ой! Да, да! Ой! 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 Ой!
Еще и возмущаюсь, а? Хороший, хороший. Хороший. Ой. Летите. Давайте. Летите отсюда. Ой. Похоже, пеликаны победят. Пойдемте.